Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист? Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня всей нашей большой семьей, футбольной командой отправляемся мы в родной Нижний Тагил. Смотрите сюжет, будет очень интересно, весело. Леш, что ты там везешь? Сима, что ты делаешь? Бутсу. Там пиво, пиво не фильтрованное, не фильтрованное пиво. Пацаны, аккуратно. О, ты опусти в ящик. Паш, ну все, это уже святая святых, автобус команды. Все как родной город я. А че мы проехали так? Не успел, да, посмотреть? Вставай. Давай я сфотографирую Леха вас. Это еще считается город, да. Там, где я, там даже городом не пахнет. Смотрите, ребят, задача. Это опять про травмы говорим. Сейчас посмотрим, что за поляна. Все-таки она искусственная, но у нас разминка сегодня была, потому что у нас есть ребут. Там мы тоже часа три, надо будет 3,5 ехать на автобусе и тоже искусственный код, поэтому подготовка начинается. Значит, смотрите, как мы решили. Опять же, важно размяться, то есть потянуться, особенно те, кто играл 2 дня назад. Потянуться, то есть хороший размер нужно. Про травму мы говорим, потому что смена покрытия мышцы, ну так, может быть опасно. Игра начнется, вам через минут через 5 уже надо идти разминаться. Разминаться видишь где, поэтому смотрите, сам знаешь, кроссовки. Как поддерживает нашу команду Урал СТС, мне это очень нравится. Ну, это понятно, то, что они лучше играют, чем мы, но мы надеемся, то, что мы сегодня выиграем этот матч. Товарищи, для жителей Нижнего Тагила, чтобы люди пришли, посмотрели настоящих футболистов, таких большого футбола, посмотрели, которые играют в премьер-лиге. Давно сюда команды премьер-лиги не приезжали. Но и ребятам, которые играют за команду «Уралец», они, конечно, большая польза будет поиграть, посмотреть, как играют. И я думаю, что сегодня и хозяевам мы очень благодарны, что они устроили праздник футбола. Действительно, очень много народу пришло. И я думаю, что все останутся довольны, проигравших не будет.
Ну, сами видите, сколько вот народу пришло, на самом деле, сегодня это очень, очень здорово, очень хорошо, такой праздник для города, на самом деле, и поэтому тоже никто не хочет друг другу уступать, видно, играют все ребята противоположной команды из Тагила, несутся, молодцы, бегут. Еще комментарии, возят нас, как обычно. Да не, ну что, выставочная, товарищеская игра, там, получить нагрузку для нас в преддверии подготовки игры с Оренбургом. Ну, наверное, для футбольного клуба «Уральца» это большая игра. Они хотят, наверное, как хорошие спортсмены, у них есть амбиции. Они, наверное, хотят доказать, что они не слабее, а может быть, где-то и сильнее. Ну, а так, хорошее мероприятие, думаю, для болельщиков, для любителей футбола в Нижнем Тагиле. Думаю, хорошее время, чтобы провести вечер. Здесь очень красиво, много фанатов приехали. И фанаты, наши фанаты тоже. И как атмосфера очень хорошо, музыканты тоже хорошо было. Вот так все полностью очень красиво. Мы понимаем, что это большой вклад в развитие футбола вот, в стране. Конечно, мы рады приехать в Нижний Тагил. Вот эмоции. Да что, ну классно все равно. Люди нам рады. И мы рады сами сыграть тоже с командой местной. Вот, так что только положительные эмоции. Сегодняшний день подходит к концу. Хотелось бы сказать городу Нижнему Тагилу и его жителям большое спасибо за теплый прием. Спасибо, что смотрели это видео. А мы продолжаем подготовку к важному матчу с Оренбургом. Всем удачи!